развитывается со статусом культурной столицы. Официальный прием дипломата с краин СНД отбылся в Могилевской ратуши. Мэр города Владимир Цумаров подвел выники культурного года. Все лето в Могилеве ладилось больше за 40 значных культурных мероприемств. Представники краин содружности отзначили. Могилев задал высокий уровень для городов переймальников культурного статуса. Могилев превзошел самого себя, если можно так сказать, в культурном плане. Те 40 или около 40 крупных, только крупных проектов, которые я насчитал, это лишь небольшая часть того огромного дела, которое было сделано в Могилеве, в Могилевской области именно в течение этих 12 месяцев. Сама по факту убедилась, что Могилев является культурной столицей Содружества стран. Нужно сделать огромную работу в городе Ош, чтобы на должном уровне провести этот год, 2014 год, как культурная столица стран СНГ. В областном палаце культуры Могилев официально передал полномочия Гродно культурной столице Беларуси 2014. В Украинах Содружности такий статус отримают кыргызский город Ош и казахский Алматы. Мне очень понравился. У вас страна очень красивая. И климат такой мне понравился. И дети как танцуют. И народ, главное, что народ доброжелательный. У всех на лице улыбки. Вот это мне понравился. Еще такой неожиданный эффект – это те 5 триллионов белорусских рублей, которые привлекла экономика Могилевщины. Статус – это же не только такие мероприятия культурного легкого плана. Это те мероприятия, куда приезжают деловые люди и тоже имеют возможность обменяться мнением и найти возможность для инвестирования в те или иные проекты города и области. И то, что могилевчане с воодушевлением в течение года проводили огромное количество мероприятий, это здорово. Поэтому я хотел бы сказать всем спасибо людям, которые живут в городе Могилеве, гостям, которые действительно по достоинству оценили и провели год как культурная столица города Могилева.